Сынкам завтра 2 месяца от Греты. 2 последних у меня осталось. Да? Иди ищи, иди ищи. Вот эта сучка маленькая, самая маленькая в помете. Это кобель. Кобеля-то вроде точно заберут. А сучка не знаю. Это было 9 щенков. Самый мороз она ощенилась, 36 градусов. 2 замерзло. 3 хвостики обморозились. Как мог грел газовой горелкой. То, где она у меня живет. В общем, 7 штук у меня осталось. 5 я раздал. Вот этого через 2 недели вроде тоже заберут. Вот эту пока не знаю. Куда? Причем из 9 получается 5 было таких вот, вот окрасом, как Грета, и 4 черненьких. Всего из 7, которые остались живые, 2 кобеля было. И остальные 5 сучек. Двое родителей у меня. Кобели, сучка. Потом тоже видео засниму. Да? Будем на камеру сниматься. Вдруг ты у меня останешься. Ты балованная. Балованная. Иди, играй. Первый раз их за ограду вывел. Живут с мамкой все еще. У них места тоже побегать хватает. Кобель гораздо крупнее. Девочка зато поактивнее. Ой, смотри, смотри, смотри. Ой, смотри. Ворона, да? Ворона где-то каркает. Да возьми. Воробьев следит. Наверное, такая собака нужна самому, да?
Ну вот так вот. Такие вот щенята. Потом, наверное, тогда засниму еще двух, которых могу. Еще товарищу отдал. Сучонку очень она мне нравилась. Хвостик у нее подмороженный. Но из всех семерых она очень активная была. Тут тоже смогу потом по возможности заснять. Остальных не знаю. Да. Кобель, если его все-таки заберут, поедет в Аргашинский район. Почему черных не знаю, у кого замешано. Такой окрас был. Кобель серый, темно-серый. Сучка у меня вот, как вот этот кобель. А вот появились вот такие вот. Такие вот красавцы, красавцы, красавцы. Ладно. Пошли кошку следить. Девочка более активная. Ну-ка домой. Ну-ка домой. Айда домой. Пришел маленько заснять еще щеняток. Ага. Вулкан, Гавана. Да? Из той же серии. Из той же серии. Ох, засранцы. Муха. Нет, ты тоже светленький. Я думал, у тебя лапки темнее. Эти привыкли к ласке, к баловству. Вот у него хвостик немного укороченный получился. Да, собаки? Ну все, айдайте, айдайте, побегайте. Ну, иди бегай. Ну, эти балуются. Эти балуются. Да? Этот кобелек черненький. Более короткий и на ногах высокий. Вот эта сучонка более вытянутая. Ну-ка все. Все. Ну-ка идите играйте. Идите играйте. А то сейчас обратно загоню. Чем-то унюхали, да? Чем-то пахнет. Ну ладно, ну ладно. Алло. Вулкан. Вулкан. У этих уже ушки стоят.